Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Crossing Soul. Так, ага, да, именно здесь мы с вами закончили и побежали-ка мы отсюда. Блин, у нас как-то мало здоровья, где бы подлечиться-то маленько. Ага, отличненько. Слушайте, а что это такое? Где-то милиция, что ли, стоит? О, что тут у нас за сборище такое? Дайте-ка я с кем-нибудь поговорю. Нет, с тобой не хочу. Давай я вот с ней поговорю. Внимание всем жителям Тахунги. В окрестностях города был обнаружен штамм опасного, крайне заразного вируса. Всем жителям следует немедленно закрыться в своих домах и закрыть все двери и окна. В течение нескольких дней все жители будут подвергнуты карантину в целях безопасности. Благодарим вас за оперативное сотрудничество. Вот это уже интересно. С какого перепуга здесь взялся какой-то смертельный заразный газ? Я так и не понял. Здесь творится что-то странное. Лучше мне побыстрее найти гамма-батарею. Так, ладно, Мэтт, надо нам искать тебе батарею. Что у нас тут? Ага. Так, ну, я так понял, это магазин Большого Джо. Потому что вон там мама стоит. Так, но у нас, ребята, задание с вами найти эту школу, по-моему. Там они говорили, да, заряд будет. Так, что у нас тут? Опачки. Это кто такие стоят тут? Детективы, что ли? Ну, вначале я хочу вот это вот все поколошматить. Во. Заодно здоровье себе поправили. Отлично. Так, ну-ка, что вы мне тут скажете хорошего? Итак, вы говорите, этот мальчик учился в школе? Да. Ага. Не на что здесь смотреть, ребята. Идите по домам. Да нет, пойдем-ка мы лучше в школу. Дверь закрыта, нужно найти другой путь. А какой же мы можем с вами найти другой путь-то, а? Так, здесь все перекрыто. Ага, ребятушки, я кое-что заметил. Да-да-да. Только Крис у нас может... Да что такое, ползать вот по всяким этим штучкам-дрючкам. Давай, перепрыгиваем. Отлично. Так, и мы с вами попадаем, да, на крышу, по идее. И тут, наверное, где-то уже... Ай-яй-яй! Фу ты! Хорошо, что он не разбивается. Еще попыточка. Да что ты... Не цепляешься-то никак. Всем жителям возвращаться, короче, в свои дома, закрыть окна, двери. В общем, понятно, опять про этот вирус написано все. Ладно, нам надо с вами как-то... Вот сюда, отлично. И сейчас... Да, ребята, мы окажемся на крыше. Нормуль. И что нам тут сделать надо? Ага, видимо, вот сюда. Ну что ж, вниз спускаемся, видимо. Так, опять это... Это воздушная вентиляция, короче, у нас тут. Ого, появились где-то. Так, сахарное сердце, оно нам пригодится. Отбеливатель и все такое. Хотя все равно мне кажется вечно грязным. Понятно. А это? Униформа Уилли. Это, видимо, комната уборщика. Ну что же, здесь ничего нету. Открываем. Ага, тут закрыто. Хм. Я так понимаю, сюда мы тоже с вами не сможем попасть. Хм, к этому замку нужен ключ. Понятное дело. Искать ключ теперь придется нам. Так, ну-ка. Опа. Так, и ящик открыт. И мы получили сахарное сердце. Мистер Фатас. Карикатуры тут. Лаборатория Мэтт говорит, там и хранятся гамма-батареи. Со дня установки никакой воды. То есть еще с 70-х. Здорово просто. Еще один ящик красный, в него можно что-нибудь положить. Не знаю, почему это так важно, летом они пустые. Так, а здесь у нас должно быть, там идет ремонт. Пока лето и никого нет. Значит, нам туда не попасть, получается. Ясненько. Так, мне нужно найти ключ, как я понял. А где он тут может быть? Так, здесь, видимо, ничего нет у нас. Ничего не подсвечивается, не помечается. Так, бывшие директора, наверное, у них не так много друзей. К счастью, наш классный. Ага. Тоже закрыто. Блин. Хм.
Вот здесь еще можно пройти. Давайте зайдем сюда. Что тут у нас такое? Опять куча ящиков, макулатура всякая валяется. Ну, ну что ты, елки-палки, даже ничего не бьет, что ли, он это? Да он должен разбить-то, по идее. Так, погодите-ка, сюда мне запрыгнуть никак не получается. Здесь все в хлам. Блин, не может запрыгнуть, ребят, посмотрите. Странно. Ладно, попробуем тогда другим путем. Что там? А, слепляющий фонарик мы получили. Так, вот этот ящик мы с вами можем двигать. Я так понимаю, что здесь нужен у нас большой Джо. И куда нам его двигать? К стенке? Ну, или вот сюда? Так, я маленько не понимаю. Ладно, давайте... Ага, здесь у нас выступ. Так, я так понимаю, мне нужно попасть вот наверх. Для этого, значит, мне нужен Джо. Мы подтягиваем ее вот сюда. Сбрасываем. Так, давай, 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 родной мой. Вот. Теперь вот сюда. И Крисом уже будем запрыгивать. Вот. Да елки-палки, что ты проскальзываешь-то у меня? Ну, отлично. Так, давай сюда. Все, побежали. И куда же мы идем? Уже наверх, что ли, куда-то? Или в совсем другое отделение? Ну, это даже и не важно. Нам-то главное найти ключ. Вот у нас, я так понимаю, лаборатория, ребята. И здесь где-то должна быть батарея, да? Хм. Так, открыть. Должен быть способ, как это открыть. Ага. Должен быть способ. Значит, нам что-то здесь нужно найти. Так, ну пока я что-то ничего не вижу здесь. Такого ценного для нас. Ящики эти вообще не действуют. Хм. Мэтт тоже не может открыть. А может быть, пострелять по ней? Нет, бесполезняк какой-то. Слушайте, да тут вообще ничего не действует, ребят, вы посмотрите. Столы просто так лежат. Ничего в них нет и не подсвечивается ничего. Вот еще самое главное. Обратно я тоже не смогу вернуться. Да. Вот это подкололи. Что ж тут делать-то нужно? Может быть... Так, даже большой Джо не может ничего сделать. Хм. Слушайте, ну... Должен быть какой-то вариант, ребят. Что за бред? Ну да, по идее, мы здесь тогда пробегали с вами, и он говорил, что... Батарея должна быть именно вот здесь, в лаборатории. Но я не вижу никаких батареек. Все, что у нас на столах, ничего не подсвечивается. Даже радар Мэтта ничего нам не показывает. Хотя он на врагов только действует, в принципе. Хм. Не, ребят, ну тут должна быть какая-то логика все-таки, ё-моё. Или я где-то что-то не вижу, или фиг узнает. Уже вроде бы все тут облазил, обтрогал, обсмотрел. Да. Ну и еще раз повторю, ребят, все это наверняка из-за невнимательности. Где-то что-то, может быть, есть, просто не вижу. Да, Мэтт, не слишком высоко ты подпрыгиваешь у нас. Так, здесь вообще ничего не функционирует. Эти ящики вообще просто нарисованы. Не разбить ничего я не могу. Тут какие-то у нас графики. А, это, наверное, это таблица Менделеева. Скорее всего, висит у них там. Просто звездец, ребятушки. Так, о! О, гамма-батарея. Да неужели, блин? Ёлки-палки, я столько бегал здесь. Я не знаю, откуда у них есть эта штука. Вдруг это опасно? Есть у меня кое-какие связи. Мои школьные оценки мне позволяют время от времени получать некоторые привилегии. Но это уже, думаю, ты должен попробовать первым, Крис. А вдруг мы... Ну, вдруг мы увидим Кевина. Так. Спасибо, Мэтт. И... Понеслась, ребята.
Вау. Кевин, ты здесь? Крис! Кевин! Я не верю. Ой, мамочки. Как ты? Я, знаешь, я... Не нужно ничего говорить. Все хорошо, я знаю. Мне так жаль, Кевин. Если бы не я... Да брось, я ведь уже мертв. Что с того? Я ведь больше не могу умереть, так ведь? И да, это правда, что призраки знают обо всем. Я же могу сквозь двери проходить, чувак. Я наблюдал за тобой последние пару дней, и ты был таким печальным. Серьезно, хватит уже. Мы теперь вместе, это главное. Опять что-то задумался Крис. И к слову о том, что я вижу все, Джо. Это твоя привычка прятать ветчину под подушкой. Ну это как-то мерзко, чувак. Я, ну... Ха-ха-ха. Так-то лучше, давно не видел, как ты смеешься. Конечно, ты же остался тем же маленьким прохвостом. А это кто, друг? О, я почти забыл, черт, просто я так рад был тебя увидеть. Это МакКитрик. Послушайте, парни, времени на болтовню совсем нет. Мне надо идти, я в опасности, как и вы. Что? Ты кто такой? Почему мы в опасности? Они ищут меня, и вас тоже. Видите ли, тот труп, что вы нашли на реке, это был я. Ой, мамочки, клянусь, мы ничего не хотели красть или делать что-то нехорошее. Умолкни, меня это не волнует. Камень, что вы взяли, зовется Дуатом. Да мы уже знаем, а в чем проблема? Камень был причиной моей смерти, как и смерти Кевина. Он поглотил источник моей жизни, поэтому я и умер. Моя бригада с этим бы не справилась, не зная, как вы его достали. Твоя бригада? Да, я ученый, я работал над ультрасекретным проектом. Меня нанял майор Оурус, владелец этого проклятого камня Дуата. Он сказал, что собирается спасти мир. Но когда я выяснил его истинные намерения, война одного дня. Нет, я не могу больше этого позволить. Боже, как же я облажался. Моя семья... Погоди, что ты сказал? Война одного дня? Ты о чем? Почему нам угрожает опасность? Что я натворил? Что я натворил? Уже слишком поздно. Я украл камень, чтобы сорвать план Уаруса. Когда я взял этот камень, я нарушил баланс загробного мира. Теперь они за мной охотятся. Оурус хочет вернуть обратно свой камень силы. Мне так жаль, ребята, так жаль. Я не хотел, а теперь они и за вами охотятся. У майора приспешники повсюду. О нет, тогда мы в опасности. Ваши семьи, вам стоит о них беспокоиться. Вы должны бежать, быстро. Майор будет делать все, чтобы выследить и поймать вас. Он не остановится, пока камень не окажется в его руках. Да кто такой этот майор? И о какой войне вы говорите? Майор, он... О-оу. Нифига. Нет. Так, что это за хрень такая была сейчас? Ладно, с этими ребятами мы разберемся. Уже сталкивались. Это лопушки, одержимые сущности. Для нас это пару раз плюнуть. О, двери открылись. Вы посмотрите-ка. Так, ну что... Что здесь такое? Теперь ты можешь играть двумя персонажами сразу. Чтобы выбрать призрак Кевина, нажми РБ. Он появится рядом с твоим живым персонажем. Переключайся между ними... ЛБ, РБ. Понятно. Понятно, что ни хрена не понятно. Ага, вот, мы играем за Кевина. Так, исчезает. Интересно, зачем нам играть за призрака? Что от этого изменится? Так, подожди-ка. Ага. Значит, когда мы играем за Кевина, мы видим потусторонний мир. Блин, Кевин, ты ничего не можешь сделать. Елки-палки. Что-то какая-то фигня получается тут у меня. Блин, надо отсюда отойти, ребята. Разобраться по-хорошему. Я что-то не догоняю. Мне нужен Кевин, так? Черт, призрак докопался до меня. Аппарата у меня нету, который нам открывал раньше видимость всех этих призраков. Теперь только вот когда Кевин вызывается, мы можем видеть этих призраков. Так, вот. Вот Кевин. Ах, вот оно как делается, елки-палки. Понятно. Я думал, блин, как же мне играть за второго-то? Все, ребята, разобрались. Так, значит... О, воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Сущность, ты не попутал ничего? Случайно, а? Прикатила она здесь.
Так, ну я так понимаю, что нам нужно, блин, постоянно быть вместе, да? Что ты там плюешься еще, а? Слизиплюй. Слизиплюй. Так, мне нужны сердечки, ребят. Слушайте, а у Кевина тоже есть хпшки. Так, что там такое? Где-то там привидение, походу, дела. Ага, вот оно. Спряталось, видите ли. Все, готово. Да ладно тебе, что ты опять? Все, вроде бы. Кевин теперь стал призраком, а призраки могут проходить через любые закрытые двери. Выберите его, нажав РБ, и идти на другую сторону без страха. Вперед. Угу. Ну давай, Кевин, беги без страха. Вперед. Так, ну здесь мы были. Вы посмотрите-ка, в школе-то, оказывается, привидения еще учатся до сих пор. Остерегайся леса, он забирает нас к себе. Да? Хорошо, будем остерегаться. Так, а это что за парень? Че, даже общаться не хочет со мной, представляете, ребят? Так, а сюда, если рванем? Никогда не думал, что мои уроки по современной истории станут просто уроками истории. А это что за сундук у нас? Привидения-охотники. Новая кассета. Проверь коллекции в своем инвентаре, чтобы узнать побольше. Наверное, они хотели наоборот написать «Охотники за привидениями». Так, ну что, ребята, все, больше со мной никто не хочет разговаривать почему-то. Так, а смысл-то в чем здесь у нас? Ну, мы можем пройти, понятно. А, видимо, наверное, ключ нам нужно найти, чтобы основная моя бригадка могла пробежать. Я призрак, я могу проходить, а они, к сожалению, нет. Мне нужно попасть вон туда. Видите, там кто-то сидит у нас. Слушайте, а как я туда могу попасть? Каким образом? Дверей вроде бы нету, проходов нету. Так, здесь мы, естественно, тоже ничего не сможем сделать. Даже двинуть эту фигню, потому что тут только большой Джо может. Соответственно, хотя мы можем вот так сделать. Ага. Так, ребята, а куда мы вообще бежим? По-моему, на самое начало, на выход. Правильно я делаю, неправильно, фиг его знает. Так, это у нас... А, лаборатория. Так, елки-палки. Это я, получается, сделал круг. Дурило, а. Да-да-да, просто самый обычный круг пробежался, ё-моё. Хм, странно тогда получается. А где же мне брать ключик? Ну, понятно, что он может стать призраком. На другую сторону вперед, без страха причем. Меня смущает здесь один кабинет, ребята, где вот этот вот хмырь стоит, видите? Курит. Мне нужно попасть как-то к нему. Так, через стену мы, естественно, пройти не можем. Так, ладно. Давайте тогда попробуем через дверь. Получится или нет? Получилось. Ё-моё, что я раньше так не сделал? У, я призрак директора. Щелкни выключателем и увидишь настоящего призрака. Выключателем, каким именно? Так, погоди-ка. Столовая, пусто. Химическая лаборатория, уже открыта. Ключ не найден. Так, зашибись. Хм. Столовая, пусто. Так, а какой выключатель-то он попросил меня? Щелкни выключателем и увидишь настоящего призрака. Ты, к чему он это вообще говорит? Странно, очень странно и причем бесполезно. Что же мне сделать-то здесь нужно? Где этот ключ найти, я не понимаю. Может быть, какая-то подсказка где-то есть? Так, с ними я... практически со всеми поговорил. Так, наш президент. Остерегайтесь леса, он забирает нас. Хм. А этот сидит и пофиг ему на все, блин. Причем на парте. Ничего абсолютно я не могу сделать, кроме как подурачиться. Да как же мне открыть эту дверь-то, елки-палки? Ключа-то нет. Да, Чарли. К этому замку нужен ключ. Так понятное дело, что нужен ключ. А где же мне его взять? Кевин нифига не может найти. Почему? Ага.
Техническое помещение. Ключ. Ёлки-палки, да... Ключ от столовой. Ну, неужели, блин? Ай. Так, а как мне теперь открыть двери-то? Ага, с той стороны нужно было. Да ладно, идите отсюда, олухи. Пришли тут меня пугать, блин. Так. Слушайте, а у Кевина хпшки есть, значит, что он все-таки будет от чего-то получать повреждения. Так, ну что же, делать нам здесь нечего. Все двери эти закрыты, и мы в них попасть не можем. Значит, выход только один. Нам надо отсюда сматываться. И, по всей видимости, обратно на улицу. Мы же сюда приходили только лишь для батарейки. Мы ее получили. Так, да давай ты, Крис, ну что ты... Вот, отличненько. Побежали, подожди-ка, мы хоть правильно бежим-то? Да, сейчас все у нас нормально. Я уже думал, сейчас опять сделаем с вами круг и окажемся там, где были. По-моему, так оно и получается, блин. Чё-то я не понял. Подожди, ребята, а как... А как мне отсюда выйти-то надо? Погоди-ка, я что-то не врубился. А, мы же как-то попали. Ну, сюда понятно, мы через этот вентиль. Обратно нифига. Так, очень интересно, ребята. Вообще, что-то я запутался в корень. Так, невнимательность это хреновая. Так, здесь ничего сделать мы не можем. Здесь, естественно, тоже. Да, в принципе, нам здесь и делать-то нечего. Давайте-ка я вот сюда еще сбегаю. Может быть, смогу выключатель какой-нибудь переключить и увидеть настоящего призрака? Ага, дудки, я даже зайти туда не могу. Так, ну что же, получается... Так, здесь мы с вами были. Должен быть еще один вход или выход, как его правильно назвать. Только я позабыл, где он находится у нас. Так, ну понятно, это про ящики. Мы, естественно, с вами их смотрели. Тут тоже ящик. Так, вот здесь, по-моему, нам. Да, ребят, сюда. Чё я сразу-то не вспомнил, блин. Что ключ там прозевакал, что выход. Так, отлично, вышли мы наконец-то. Ученый сказал правду. Твоя семья может быть в опасности, Крис. Этот Оурус, скорее всего, ищет нас. Да, моя смерть приведет их к вашему дому. Они подумают, что Дуат там. Мы должны прийти раньше, чем они. Мои родители не знают, что им угрожает опасность. Пошли. Ага, и побежали они. А это-то что у нас здесь? Пацана держат. Хватай этого засранца, Зет. Я держу его. Телкбери, держу. Отпустите меня, говорю вам, я ничего не знаю. Пустите. Заткнись. Опа. Хватит, Телкбери. Пацан еще в школе учится. Если стукнешь его разок по голове, он больше никогда ничего не вспомнит. Заткнись, а то я сделаю тебя еще тупее, чем ты есть. Босс, это Телкбери. Нам кое-что стало известно. Надеюсь, на сей раз это хорошие новости. Думаю, да, босс. Мы догадываемся о местонахождении Дуата. Один стукач по соседству говорит, что знает, где камень. Вы знаете про мальчика, который умер? Камень в его доме. Я уже знал об этом. Вы опоздали, бесполезные мартышки. Операция уже почти готова. Ты нужен мне здесь, прямо сейчас. Живо! Да, босс, уже бегу. Босс, сегодня явно не в настроении. Так, ребятушки. Началась заваруха. Опа, она. Бронсон на связи, сэр. Хм, давай сюда. Сэр, я засек Дуат, жду разрешения на атаку. Ты наконец-то его нашел. Да, я готовлю ложную спасательную операцию. Зона уже оцеплена. Хм. Ладно, принеси мне этот камень и не облажайся, Бронсон. Ты знаешь, что на кону. Да, сэр, я не подведу вас. Отбой. Наконец-то мы сможем устроить войну одного дня. Хартман, свяжись с Шпильгманом и уходите. Сегодня у нас гость Маккитрик. Да, сэр. Ага, гость, это привидение, по ходу дела, схватили. Так, что это здесь у нас? Завод, что ли, какой-то? Хо-хо. Такое ощущение, что тут утечка радиации происходит.
Так. Дерьмо, что это? Это то, о чем говорил ученый. Похоже, у майора Оуруса есть информатор в полиции. Или типа того. Похоже, они идут за твоей семьей, Крис. Нам нужно добраться туда раньше них, пока не поздно. Нам нельзя попадаться им на глаза. Идем. Ну что ж, дорогие мои друзья, а на этом мы будем завершать это видео и увидимся уже с вами в следующих сериях. Так что всем большое спасибо за просмотр, если вам понравилось, лайкаем и ждем новую серию, ребята. Может быть, даже уже будет она подлиннее и поинтереснее. Ну а на этом все, всем пока, до скорого, удачи вам.